Дерби Италии, а именно так принято называть матчи Интера против Ювентуса, значительно потеряла вкрат. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Прессинга будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контра. Дерби Италии, а именно так принято называть матчи Интера против Ювентуса, значительно потеряла вкрат. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Прессинга будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контра. Дерби Италии, а именно так принято называть матчи Интера против Ювентуса, значительно потеряла вкрат. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Прессинга будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контра. Дерби Италии, а именно так принято называть матчи Интера против Ювентуса, значительно потеряла вкрат. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4-5-1. Прессинга будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контра. Теперь в атаке уже соперник будет. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Встречи между Ювентусом и миланским Интером носят звучное название «Дерби Италии». И это действительно одно из самых принципиальных противостояний в серии А. Черно-белый и черно-синий. Отличный момент есть, но не исполнен.